«Югра» добилась волевой победы на выезде. Соперником был новичок лиги «Саратовский Кристалл». Хозяева льда начали резво и наказали «Югру» за грубость, реализовав численное преимущество. В роли догоняющих подопечные Вадима Ипанчинцева оставались практически до конца первого периода. Равенство в счете установил Артем Железков. Отмечу, что в этот момент команда играла в меньшинстве. Сразу после перерыва «Кристалл» вновь вышел вперед, но югорчане смогли переломить ход встречи и дважды поразили ворота соперника в этом игровом отрезке. Больше «Мамонты» не догоняли саратовцев по счету, а только наращивали свое преимущество. В итоге наша команда одержала победу со счетом 5-3. Благодаря этому результату «Югра» поднялась на четвертое место в регулярном чемпионате.